Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте. А у нас море бушует, вот так вот оно бушует, красивейшее море. У меня вечерняя пробежка и вот такое небо. Это небо я дарю вам, дорогие мои. И немножко хочу сейчас на скамеечку. Вот такая красота. Необыкновенная. Вот такая красота. Чуть дальше отойду, потому что, честно говоря, море так шумит, что этот шум... А сейчас я поднимусь, тут такие как ступенечки. Что этот шум, он достигает моего дома. И дома тоже такой вот шум, морской шум. Приятно это? Конечно, да. Конечно, да. Посмотрите, какой сегодня закат. Сегодня бесподобный закат. Это что-то необыкновенное. Смотрите, какая красота. И много-много людей вышли погулять сегодня. Вы знаете, написали мне письмо про цели. Я все, что могу сказать по поводу целей. Цели. Нужно ли иметь в жизни цели? Вот вы говорите, нужно жить сегодня, одним днем. Какие-то наметки в жизни иметь надо, конечно же, надо. Но на будущее планировать я никому бы никогда не посоветовала бы. Вот, потому что живем сегодня, что будет завтра, неизвестно. Сама никогда не планировала на многие-многие годы. А все, что я хотела, я говорила Богу. И я говорила с Богом обо всем, что я хочу. Наверное, вот так поставлю, чтобы вот эту картину было видно побольше. Вот такая красота. Пусть радует вас. Сегодня закат мы с вами вместе встретим. Вот он. Вот такой вот у нас получается закат красивый. Очень красивый. И знаете, что хотелось бы сказать по поводу целей и всего-всего-всего? И, наверное, это займет не только цели, но и многое другое. Какая красота. Жалко, что прямо объектив камеры не берет все, вот всю картину. Хотелось бы показать всю картину вам. Но как-то вот не получается. Вы знаете, как часто мы готовы к самообману ради какой-нибудь призрачной мечты или призрачных целей. Девушка была такая, жила-была. Я вам притчу такую расскажу. И звали ее Милорада. Она была приветлива, потому ее и звали Мила и Рада. Милорада. Она была мила, миленькая и радостная, довольная всем. В общем, чудесная наша Милорада. Пели птицы, когда она шла по улице. Милая, добрая, красивая, подхватывали прохожие. Однажды Милорада открыла дверь своего дома и на пороге увидела открытого, плешивого, рыжего, большого таракана. Какой мерзкий и противный был этот таракан. Как безобразно шевелил он длиннющими усищами. Однако он заговорил так проникновенно. «О, чудесная Милорада! Слух о тебе достиг моего далекого королевства. Спаси меня! Ведь я на самом деле не плешивый, я на самом деле не маленький, я принц Мирзой». Мирзой, ну, скажем, 17-й.
Если ты будешь искренне любить меня, днем кормить и поить, чистить мне мой панцирь, а ночью петь песни и охранять мой сон, то я превращусь снова в принца и смогу осуществить все-все твои заветные мечты. Ты будешь очень хорошо жить. У тебя будет прекрасная пенсия. Я тебя обеспечу всем, чем можно обеспечить. Стать принцессой было так необычно и заманчиво, что Милорада решила потрудиться ради высокой цели. Добрая девушка пригласила Мирзоя в свой уютный дом. С этого дня ее жизнь изменилась. Все время уходило на обихаживание Мирзоя. Он уже стал не таким скромным, он стал требовательным, чтобы она с утра до вечера крошила продукты, рассыпала крошки по своему когда-то чистому и уютному домику, чтобы она выкинула то, что уже он считает ненужным, чтобы она порезала все металлическое и продала другому таракану, его брату. В общем, таракан расцветал все больше, а девушка чистила его рыжий панцирь, закручивала на бигуди усы. А сама она превратилась в грязную заморашку, потому что если с грязью поведешься, то обязательно запачкаешься. Друзья, забредавшие к ней по старой памяти, они пытались вразумить, они пытались ее спасти. Неужели ты не видишь, этот рыжий паразит, он никогда не превратится в принца. Он вытащил всю самую лучшую мебель и продал. Ты посмотри, что он сделал. Он все перенес в дом к своему брату, к своей семье. Посмотри, что он сделал с твоим домом. Зачем ты его приняла? Несчастные, они просто завидуют мне, моему счастью и будущей роскоши, думала Милорада и спрашивала таракана. Ну когда же ты превратишься в принца? Когда же? Ты недостаточно стараешься и любишь меня, и не так искренне, с упреком отвечал таракан, поглаживая усы и плешь на голове. Милорада понимала, что Мирзой говорит чистую правду, она вовсе не любит его. И она упрекала себя в неискренности, работала все больше и больше над собой. Как-то на заре девушка вышла из дома в сад подышать свежим воздухом и увидела солнышко. «Скажи мне», – обратилась она к светлому, к светилу, к светлому огромному, красивому, в отчаянии. «Долго мне еще терпеть противного таракана? Я так хочу быть принцессой, но я очень устала, от меня отвернулись все друзья». Солнышко ласково погладило девушку лучиком и произнесло: «Избавься от иллюзий, посмотри на все трезво, посмотри на все здесь и сейчас, живи здесь и сейчас, а не иллюзиями. Прекрати себе придумывать, таракан останется жадным и неопрятным тараканом навсегда. Он никогда не станет принцем, ни королем, ни императором. Никогда. Он всегда останется рыжим Мирзоем, Мирзоевичем Плешивым». Солнце не могло завидовать в этом. Милорада была уверена, что солнце... Ну зачем солнцу-то завидовать? Оно и так большое, оно и так красивое. И живет оно в таком чистом небе. Она взяла большой веник, пошла в дом и прогнала противного Мирзоя. Он пытался кричать, обвинять ее в жестокости, в жадности, в подмене понятий, сулить неограниченные возможности в будущем, а потом еще и угрожать, громыхать, трясти. Но она больше не верила ему. Выгнав паразита еле-еле, девушка навела чистоту и порядок,
поставила повсюду благоухающие цветы. Через месяц ее руки зажили, кожа и волосы вновь обрели блеск. Дом наполнился веселыми песнями и шутками друзей, как раньше. А Милорада поняла главное: не стоит гнаться за далекими и несбыточными мечтами, которых нет. Особенно, если они связаны с тем, кто ищет от отношений с тобой исключительно личной выгоды. Вы знаете, я больше чем уверена, что это касается не только личной жизни. Это и в глобальном смысле именно так, друзья мои. Вот так оно все и происходит. Такая красота. Вот такие вот у нас тучки. Тучки. Вечер. Люди вышли на прогулку. Кто-то на пробежку. Ну вот как-то так. И я еще сделаю небольшую пробежечку. И мы пойдем. А я люблю вас. Не будьте наивными милорадами. Живите сегодня здесь счастливо, наслаждаясь каждым днем. И не верьте в то, что вам обещают. Я люблю вас. Знаете, вас любит только Господь Бог. Один. Потому что и ваши родители, если у кого они еще здесь на земле. Потому что когда вас создавали, создавали мама, папа и Бог. И все для этой земли. И неважно, где вы находитесь, в какой стране. Я вас тоже люблю. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Пока-пока.